Здравствуйте, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на канале АЛЛАТРА ТВ Лайф на передаче, посвященной нашему общему, ближайшему будущему созидательному обществу. Созидательное общество — это общество, основанное на духовно-нравственных ценностях, в центре которого находится человек, его жизнь, счастье, права и свободы. И все сферы жизни общества проистекают из этого. Проект «Созидательное общество» реализуется миллионами людей по всему миру. И мы спрашиваем у всех людей об их видении созидательного общества, ищем общие пути для построения его эволюционным путем. И сегодня в нашей студии я, Милена Ким, и Юлия Кондратенко, моя соведущая, пригласили интересного гостя. Это преподаватель трансцендентальной медитации Ян Тиан. Добрый день, дорогие друзья! Мне очень приятно быть в этой студии и быть с такими прекрасными собеседницами, хозяйками вот этого пространства. Поэтому благодарю вас за это приглашение. Милена, большое спасибо за это. Спасибо вам. Благодарю. Спасибо. Ян, смотрите, сразу перейдем к вопросам, потому что очень интересно узнать ваше мнение. Вы очень интересная личность. Какими ценностями вы руководствуетесь в жизни? Такой глобальный вопрос, конечно. Если сказать это все одним словом, то это будет одна ценность, которая формирует все — баланс. Это равновесие между двумя крайностями. Если это в семье, то это баланс между мужем и женой, родители, дети. Это баланс между умом и сердцем, баланс между светом и тенью, правым полушарием, левым полушарием. Когда баланс происходит, происходит равновесие, открывается возможности. Эта возможность называется пространство любви. Поэтому для меня это самый главный принцип. Это точка входа, баланс и равновесие. Очень красиво, очень красиво. И очень интересно сказали про любовь. Как раз хотелось бы спросить у вас, что для вас любовь в истинном ее понимании? Для меня любовь — это пространство. Это пространство, которое вибрирует, которое формирует возможности, которое формирует эмоции, действия. Это источник. Это цель, это средство. То есть это, по сути своей, все, потому что все пронизано этим. Это пространство. Пространство — это бесконечность. Очень интересно. И следующий наш вопрос мы хотели как раз задать в рамках проекта «Созидательного общества». То, что нас сегодня здесь и объединило. Каким вы видите общество будущего, да, созидательное общество, где каждый человек счастлив? Общество, в котором гармония, где каждый человек на своем месте и реализует свое предназначение. Общество, где люди не страдают на всех уровнях. На уровне физиологии они здоровы, это совершенное здоровье, это совершенная психология, совершенные отношения. То есть это общество, где нет страдания. Вот это и есть, собственно, то, что является идеалом, куда нам нужно обязательно рано или поздно мы к этому придем. Вот. То есть это общество, которое основано на двух вот таких важных таких чаше весов должно быть в балансе. Это любовь и знание. Это общество, которое обладает знанием и любит. Как раз подскажите, пожалуйста, вы как эксперт в определенной своей области, что нужно сделать людям для того, чтобы быть частью этого общества, то есть чтобы люди вспомнили себя? Какие меры должны предпринять? Я думаю, что прежде всего то, что вы сказали, чтобы они вспомнили себя, это наоборот, это номер один. То есть сначала нужно иметь то образование, которое позволит им осознать самих себя. То есть это самое главное. Это вот без этого невозможно. Если человек находится в иллюзиях относительно самого себя и не знает своей личностной природы, своей сути, своей внутренней истины, там, это называется в различных контекстах, в различных религиях по-разному, но по сути своей это одно и то же. Это наше естество, это открытое сердце и это источник любви. Вот до тех пор, пока этот человек в себе не вскроет, это основа. Поэтому все начинается с этого. Это основа основ. Поэтому я думаю, что прежде всего человек, чтобы попал в это общество, ему необходимо сделать самый простой и самый первый шаг.
открыть в себе себя. И, как говорил Иисус, Царствие Божие оказывается вовне, в том случае, если Царство Божие внутри. А как это сделать? Это, опять-таки, система образования должна быть. Есть очень много инструментариев. Эти инструментарии есть и из древности пришли к нам. Они некоторые сохранены в чистых традициях, некоторые трансформировались в связи со временем и потребностями общества, и они выражаются в религиях, в искусстве, в науке. Это все инструменты одного и того же — познания самого себя. Но есть чистые технологии, которые не связаны с философией, религией, эзотерикой. Это именно технологические принципы или системы. Одна из них — это медитация. Вот я являюсь преподавателем одной из таких техник. Вы знаете, мне очень понравился ваш пост про партнерские отношения. Могли бы вы поделиться с нашими зрителями о вашем видении партнерских отношений? Партнерские отношения, да, это очень интересный такой вопрос, потому что, по сути, вся наша жизнь — это партнерские отношения. У нас есть партнеры ближние, это наша семья, у нас партнеры есть дальние, у нас партнерами являются окружающие наше пространство, environment, природа. Это все взаимоотношения с чем-то внутренним, с чем-то внешним. Вот. Ну, принцип один. Он во все времена должен и был одним. И единственное, что человек должен вскрыть в себе этот принцип, это принцип баланса и принцип равновесия. Вот. И если говорить об отношениях, например, в семье, мужчина и женщина, то в тот момент, когда человек понимает, что партнер внешне является неким зеркалом, который отражает его внутренние какие-то качества, там, негативные или позитивные, это все зависит от того, насколько человек чист. Вот. И все внешние факторы — это все, конечно же, показатели зеркала внутреннего. Вот. Баланс — вот что является основой партнерских отношений, равновесие. Ну и отсюда вытекает уже взаимоуважение, уже и взаимоотдача, ответственность. Это все уже происходит только тогда, когда возникает равновесие. И когда возникает равновесие, в точке равновесия открывается возможность, открывается пространство. И тогда это называется любовью. Поэтому если все будет в балансе, равновесии, то тогда автоматически человек не сможет нарушить законы природы. Я думаю, что идеальное общество или совершенное общество, которое вот, о котором мы сегодня говорим, основано прежде всего на балансе, на равновесии и резонансе с законами природы. Потому что законы общества — это законы выражения природы. И если мы находимся в гармонии с природой, то тогда будет гармония во всем. Но мы и есть та самая природа. Поэтому в первую очередь нужно найти гармонию с самим собой. Кстати, очень классная тема про партнерские отношения. Mm-hmm. И мы с вами еще за кадром затрагивали тему осуждений. Mm-hmm. Откуда они рождаются? Поделитесь, пожалуйста. Осуждения, критика. Прежде всего, это показатель или признак слабости. Слабости ума. Когда человек по каким-то причинам истощен, его ум, будучи возбужденным, всегда будет искать виноватого вовне. И поэтому возникает тот самый критичный взгляд, осуждение, возникает конфликт. И все начинается прежде всего с претензии, с осуждения. Но природа этого всего очень простая. Что-то в человеке не так. Внутри у него не хватает ресурса. Потому что когда человеку хорошо, он счастлив, и у него нет никаких претензий, у него все хорошо. И поэтому... И окружающие нормальные, оказывается. Да, автоматически все становятся улыбающимися. Да как в сказке. Помните, есть такая прекрасная сказка про енотика, который с обезьяной хотели там воевать, конфликтовать с отражениями в воде. И когда они пришли к маме, мама им сказала: «Вы улыбнитесь, и будет все хорошо». Вот, помните, да, эту сказку? Да, да, да. Улыбнись улыбкой своей. Вот это есть принцип, собственно, эта сказка, по-моему, это Киплинга, да, и сказка это основана на древнеиндийской сказке. Вот, поэтому все внешнее, конфликты, осуждения, это прежде всего это внутренняя нечистота. Какие-то травмы, да, какие-то... Какие-то глубокие травмы. Но прежде всего, самое такое, мы сейчас даже не говорим о травмах глубоких, о психологических триггерах. Сейчас
достаточно быть просто возбужденным от стрессов. У нас очень много сейчас, мы живем в такое время, когда нервная система любого человека возбуждается от информации, огромное количество информации. Сейчас соцсети, у нас сейчас 5G, у нас сейчас политика, пандемия, сейчас, не говоря уже о личной жизни, работе, семья и так далее. То есть наш мозг, он как воспринимающий, загружается огромное количество информации. И он не успевает. Зачастую негативной. И даже позитивное нас возбуждает. Вы знаете, да, что стресс, вот понятие стресса, его ввел психолог Ганс Селье. Оказывается, стресс — это не только негативное. У нас часто слово «стресс» думают, что там поругался, что-то нехорошее, там потерял что-то, неприятности. Стрессом может быть, прежде всего, любая информация. Например, и позитивная информация тоже может быть стрессом. Например, покупка. Чем крупнее покупка, тем сильнее возбуждение. Угу. Путешествие — это стресс. Влюбиться — это эйфория стресс. Эйфория какая-то, да. Эндорфины, да, это адреналин. Да. Смотрите, эндорфины, они связаны с позитивным стрессом. А вот гормоны адреналина — это уже связано с негативным стрессом. С страхом. Есть, да, с страхом. Поэтому понятие стресса — это не что-то негативное. Это прежде всего законы физики. Это как электричество, это энергия. И стрессы, попадая в нашу нервную систему в виде информации, они одинаково возбуждают. Как позитивные, так и негативные. Но проблема в том, что мы не успеваем эти информации переварить. Как пищу. Если мы скушали, надо ее переварить. А если мы не переварили пищу, даже очень вкусную, она становится токсином. Вот то же самое с информацией. Когда наш мозг возбуждается даже от позитивной информации, от перевозбуждения, система истощается. И когда она находится в состоянии дефицита ресурса, вот мама усталая приехала с работы, и эта внутренняя усталость вызывает внутреннее напряжение. Это напряжение система хочет сбросить, потому что если она это не сделает, она сломается от переистощения. Поэтому вот этот выброс энергии в виде критики, в виде конфликта, мама приехала и начинает там, так, ты не сделал уроки, ты не помыл посуду, и начинаются конфликты. А на самом деле дело не в посуде, и дело не в уроках, а дело в том, что мама устала. Понимаете, вот здесь все конфликты, мой учитель, он говорил так, не люди ругаются, а стрессы ругаются. Вот поэтому, если мы хотим иметь идеальное общество, ну, давайте говорить не какие-то глобальные смыслы, а хотя бы сделаем идеальную свою семью. Вот это что же общество? Как минимум, показать как пример. Минимум, да. Как минимум, да. И если вы хотите, чтобы в вашей семье был мир, покой, гармония, нужно научиться стресс выбрасывать не в рефлексии эмоций, а прежде всего хорошо отдыхать, хорошо спать, путешествовать, спорт, танцы, музыка. Но если вы еще используете технологии, например, вы медитируете, то это будет эффективнее намного. Потому что медитация, есть очень много клинических исследований, как работает медитация. Это прежде всего отдых. Это не улететь, это не эйфория, это не там какой-то там смысл высший. Это прежде всего стабилизация нервной системы. 20 минут медитации — это как 5 часов сна. 5 часов сна. Вы представляете, насколько в медитации вы можете, во-первых, отдохнуть, восполниться ресурсами. И когда вы такая восполненная вышли из медитации, вы оказались даже в стрессовой ситуации, и вы будете легко к ней относиться, потому что у вас есть ресурс, чтобы эту информацию переварить. Ну и обратный процесс, когда ресурсов мало, то тогда будет возбуждать все. Тогда ты просто не в суете. Когда ты вот уже успокоился внутренне, ты видишь проблемы как-то со стороны, и тебе уже проще найти абсолютно верно. Решение. Да, абсолютно верно. И вот это связано как раз с осознанием внутреннего пространства. Помните, вначале вы меня спросили основной принцип ценности моей жизни? Так вот, это и есть переживание внутреннего пространства. Пространство там, где возникает гармония и баланс. Так вот, когда на уровне нейрофизиологии создается баланс между двумя полушариями и активизируется межполушарное взаимодействие, у нас включается огромная возможность. Мы переходим в другой режим частотного диапазона мозга. Мы переходим альфа, тета, гамма диапазон. И когда мозг начинает это переживать регулярно и системно, не спонтанно, мы спонтанно это тоже переживаем. Например, мы в музыке это переживаем, когда влюбляемся, это переживаем. Даже когда мы засыпаем, мы просыпаемся, мы на стыках между сновидениями и бодрствами переживаем то же самое состояние медитативное. Но просто мы его не управляем, и мы этим процессом, ну, скажем так, вообще не владеем. И оно у нас, знаете, такое некультурное, да, как яблоня некультурная, там, растет в лесу. Необлагороженное. Необлагороженное. А вот оказывается, есть технологии, которые могут системно это переживание сделать именно вот правильно, чисто и технично.
Техника — это автоматизм. Поэтому, когда мы говорим о медитации, это не о религии. Это не о философии даже, и не о высшем смысле. Медитация — это просто технологический алгоритм управлять своим вниманием так, чтобы мозг получил тот самый баланс и равновесие. И в этот момент открывается внутреннее пространство, которое свободно от мыслей. Это как познание себя, да? Это и есть путь познания себя. Поэтому, когда человек молится, он уже в медитативном состоянии. Когда он слушает музыку, он уже в медитативном состоянии. То есть каждый состоянии. Просто это медитативное состояние. Состояние, как используют по-своему. Ну, то есть разные способы. Да. Да, как вы сказали, да. Кто-то молится, кто-то музыку да. слушает, кто-то... Но есть именно, знаете, точечный. Эссенция. Да. Именно концентрат. Да. Потому что, например, есть кока-кола, кофе, чай, вода, и они все разные по вкусу. Но все, что объединяет вот это чистая вода. Если вы попробовали чистую воду, вы будете знать все да. о жидкостях, понимаете? То есть есть чистая. Вот когда это чистое переживается в мозгом переживается системно, то тогда вы поймете вкус и кока-колы, и кофе, и чая. Понимаете? Вот это и есть технологии. Поэтому техника медитации, а их медитации 112 методик. Одна из, любая техника приведет к одному и тому же результату. Свободе от мыслительных процессов для того, чтобы просто разотождествить свое внимание от мыслей. И вы оказываетесь в промежутке между мыслями. И вот этот промежуток — это есть внутреннее пространство. И вот это понять, термин, что мысли — это не ты. Да, да. Это называется разотождествление. Вот. И когда вы это переживаете регулярно и системно, вы переживаете основу этих мыслей. Это есть пространство. Вот этот термин «открытое сердце» называется. Чувствительность, интуиция. Интуиция, это все видение, об одном и том да. же. Это и есть сознание Христа, сознание Будды, это и есть то основа основ, в которой можно пережить не спонтанно с помощью эмоций, с помощью действия, а именно делая ничего. Это уже медитация, это искусство. Вот. И этому можно научиться. И это очень просто. Для этого не надо ни бороться, не надо ни сопротивление преодолевать, для этого не надо изменять свою религию и философию. Для этого нужно просто уметь закрывать глаза и управлять своим вниманием. Все, вот это и есть медитация. Но когда это переживается, и открывается пространство внутреннего, и сердце разблокируется, потому что сердце — это не орган, который качает кровь. Сердце — это сердцевина, это центр, это то, что у нас заблокировано, это подсознание. У нас мысль осознается только на поверхностном уровне, это где-то 10%. Остальная глубина, 90%, заблокирована. Вот эта глубина заблокирована, называется сердце. И чтобы открыть сердце, нужно очень сильно расслабиться и не выключиться. А это правда, что для того, чтобы раскрыть и распаковать все эти травмы, заблокированные, неотреагированные механизмы, нужно пройти через боль, через страдания, или это не обязательно? Не обязательно. В любом случае, через боль и страдания тоже происходит распаковка. Но, знаете, умные учатся не сколько через боль, потому что боль — это тоже учитель, катарсис — это тоже приведет к эволюции. Но мудрость заключается в том, чтобы не доводить себя до боли. То есть вы понимаете, что можно, например, не болеть, ну, кто заболел, он будет лечиться. Это всегда там дорого, это лекарство, это внимание, это полностью там ты не двигаешься, это профилактика, ты полностью отрезаешься от мира. А мудрый человек не доводит себя до боли. То есть это значит профилактика раньше, да, это значит предугадать события раньше. Для этого нужно как минимум быть внимательным и иметь знания. Вот, поэтому кто-то переживает отработку, как говорится, кармы, да, отработку каких-то внутренних узелочков, каких-то триггеров, переживая личный опыт боли, страдания. А кто-то предугадывает это, ну как технологически, считывает это намного раньше, чем это захватывает ум и проявляется в материи. И вот в этом заключается все искусство, что, оказывается, можно отработать свои, условно говоря, кармические долги не обязательно в действии, а даже на ментальном уровне. А еще более высокий уровень, когда вы делаете ничего, когда вы, управляя своим вниманием, оживили и шаг в сторону. Вот это вот уже высший пилотаж. Это называется медитация. Как раз медитация — это очищение подсознания от триггеров. Вот для этого нужно уметь управлять вниманием. Кстати, мы также плавно можем перейти к вопросу по поводу одной из основ созидательного общества. Есть профилактическая медицина, то есть что абсолютно она доступна. Да. Да? То есть то же самое, о чем вы говорите. Да, конечно же. Любая медицина, неважно, восточная или западная, она основана прежде всего на фокусировке, на внимании. Потому что на самом деле все процессы регенерации у нас заключены в нашем теле.
тело само восстанавливается. Просто с помощью лекарств, с помощью процедур или врача, который указывает, как это все делать, на самом деле мы просто настраиваем наше внимание. И любой врач говорит, когда человек болеет, покой, тишина, чтобы отпустить все. Тогда происходит регенерация быстрее. Когда человек спит больше, когда он в альфа-волнах находится, именно в этом состоянии регенерация происходит максимально быстро. Вот. Поэтому медицина как таковая, современная, она лечит уже то, что проявилось. Последствия. Последствия. Наоборот, еще делает хуже. Опять-таки, все бывает в этой жизни, да, все зависит от того, как рано или как диагностировали правильно, всегда ошибки в этой реальности есть. Более высокого уровня медицины подразумевает собой лечение не уже не проявленной болезни, а симптомов. Ну, то есть, угу. Когда еще на уровне оно зачаточное находится. Для этого нужна диагностика, для этого нужно знание, и для этого нужна уже интуиция. Вот. А более высокий уровень медицины подразумевает собой лечение тогда, когда еще оно не вскрылось вообще, но даже на уровне уже даже еще психологии. Это уже лечение источников. Это как с менталом, работать с менталом. Да, да. И вот медитация, да. Это как раз это работа как раз на том уровне, где только семена еще не вскрылись. Когда они уже вскрылись, начинает уже здесь помогает психология. Угу. А если они еще дальше пошли, то да. Уже начинается медицина, это уже физика. Вот, поэтому вопрос опять-таки управления вниманием. Медицина — это направление внимания. Но чем сильнее внимание, фокус, тем быстрее происходит регенерация. Было бы прекрасно, если бы в созидательном обществе была профилактическая медицина. Я думаю, пропагандировалась. Что... Либо бы люди зарабатывали за то, что люди здоровы и счастливы, да. Они когда они заболели, и за это получать деньги. Ну, вы знаете, болезнь — это тоже не случайный опыт. Любая болезнь — это тоже в каком-то смысле учитель, правда? Болезнь человек получает только тогда, когда он должен пройти некий такой опыт для того, чтобы осознать, и через болезнь может человек также, и духовно эволюционировать. Есть очень много случаев, когда благодаря каким-то, благодаря вот этому негативному опыту, там, онкология, когда человек... Останавливается. Он переформатируется, он начинает понимать, меняет ценности, меняется парадигма жизни, и человек начинает понимать, что благодаря болезни что-то внутри у него там щелкнуло, и он изменился. Поэтому, видите, человек получает тот опыт, жизненный опыт, который, по сути своей, он сам выбирает. И если говорить о негативных тенденциях, те же болезни, конфликты и страдания, это тоже путь эволюции. Но, опять-таки, на каждом уровне эволюции есть там начальные классы, есть университеты, есть там аспирантура и так далее, есть высшая школа. Вот. На каждом уровне развития есть свои законы и свои правила. Поэтому кто-то развивается через боль, а потом приходит к осознанию через катарсис, а кто-то уже это прошел когда-то и идет уже чуть-чуть дальше и быстрее. И для этого не надо страдать, для этого нужно знать. Знание устраняет... Хотела спросить у вас. А что для вас настоящая победа над собой? Настоящая победа над собой — это прежде всего прекрасный вопрос. Это преодолеть свое невежество, преодолеть свою ленность, инертность и страх заглянуть в себя самого. Вот это победа. Вот это победа. И у победы в древности, вы знаете, есть такой учитель он был... Брахмананда Сарасвати во времена, это Вторая мировая война, вот это в это время, это середина века 20-го, вот он читал очень много лекций, и он очень интересно рассказал, когда война закончилась, Вторая мировая война, его спросили, что такое победа для вас? И он ответил, что истинная победа заключается не в победе внешнего врага, а в победе шести внутренних врагов. И он эти шесть врагов назвал. Вот когда эти шесть внутренних врагов побеждаются, тогда нету необходимости, потому что не будет внешнего врага. Потому что внешний враг — это экранизация, это проекция внутренних шести врагов. И эти шесть врагов очень простые. Первое — это жадность. Второе — это зависть. Третье — это гнев. Четвертое — это ложные привязанности, тщеславие и гордыня. Вот шесть, это опять-таки с точки зрения это ведическое... это все вместе образует ленность. Ленность — это инерция. Это на санскрите слово «тамас» называется. «Тамас» — это инерция. Это уход от этого. Да, иллюзия и страх — это побег. Вот. И поэтому победа — это когда человек имеет возможность, знание, мужество увидеть в себе вот эти шесть врагов
и не подавить их в себе, не избежать их и не замылить их, вот, а просто решить их и увидеть, как они решаются. На самом деле они очень просто решаются, нужно просто включить свет, осознание. И когда вы понимаете, что свет включился, то тогда все тени не кажутся драконами. Когда света нет, то мозг может придумать все что угодно. Там тени двигаются, там грабители, воры, там драконы какие-то, там звери хищные. Включили свет, и тут же понимаю, что, оказывается, все фантазии нашего ума — это все, ну, скажем так, сбой системы, это глюк. И вот этот глюк можно нейтрализовать. Просто включите свет. А как вот почувствовать этот свет? То есть в потоке нашей жизни очень тяжело. Еще раз повторю, системно. Мы в любом случае этот свет переживаем, но только не осознаем. Да. Как в любом случае, это как мы просто его не осознаем. Благодаря этому свету мы чувствуем мысли, мы чувствуем свои ощущения, мы тело свое чувствуем. Благодаря это как если мы не видим солнца, ну, потому что солнце заслонили тучи. Но солнце — это не шарик, это свет. И благодаря свету мы видим эти тучи, из-за которых мы солнце не видим. Вот, поэтому здесь вопрос заключается не в том, что света нет, а в том, что его желательно как бы осознать. И осознать его возможно только внутри. Потому что снаружи он будет всегда отражающим. Все вот объекты, люди, события — это все отраженный свет. А источник света внутри нас. И вот источник света — есть пространство внутреннее. Вы регулярно, системно переживите, пожалуйста, промежуток между мыслями. Промежуток между мыслями — это и есть тот самый, как вот две рыбки плывут, между ними водичка, вода. Это промежуток. Так вот, это та же самая вода, в котором рыбки плывут. Это внутреннее пространство. Если вы это переживание будете делать регулярно и системно, неважно как, их очень много этих способов, то тогда вы этот свет автоматически будете осознавать. И он переживается как самая близкая эмоция этого внутреннего света — это любовь. Это есть истина. Это есть истина, это любовь. И эта любовь не требует каких-то доказательств. Эта любовь, она просто есть, она безусловная. Вам так хорошо, потому что не из-за чего-то. Да, не внешне. А просто хорошо. А потому что хорошо, да. Да. Вот я думаю, что часто мы это состояние переживаем, особенно в детстве. Я думаю, что вот в детстве мы очень часто это состояние переживали. Просто мы потом увлеклись и включились в сновидение наших мыслительных процессов. Так вот, различить одно от другого — это и есть, собственно, ну, наверное, то, зачем мы и развиваемся. Различить иллюзию от реальности. Вот поэтому и говорят, что детки, они более чистые, чем взрослые, потому что они еще не нахватались этих концепций, да. Да, этих наслоений, которые уже... У них еще, скажем так, процессор свежий. Да, у компьютер нет ни рамок, ни шаблонов. Да, но у них еще нет интеллекта. Угу. Понимаете, у нас так получается, что у ребенка в процессе развития интеллекта теряется чистота. Он как бы загружается, ум включается, и это очень важно, потому что все-таки баланс между двумя полушариями. Мало чувствовать, надо еще и знать. То есть интеллект для нас важен, интеллект делает нас людьми. Вот. Но когда интеллект включается сильно очень, вовлекает самого себя как в сновидение, то мы теряем то самое чувство. Поэтому у ребенка есть эта ангельская способность, но она не развита в высшую степень, понимаете, эволюции. То есть все-таки мы должны пройти путь осознания интеллекта, но потом вспомнить то, что потеряли благодаря этой эволюции, благодаря развитию интеллекта. Вспомнить сердце. И вот когда сердце открывается и интеллект развит, сочетание двух полушарий, ума и сердца, и образует то, что называется человек... Сверхчеловек. Ну, не сверхчеловек, а нормальный человек. Вот это вот нормальный человек. Нормальный человек. Да, вы просто забыли, что такой нормальный человек. Нормальный человек — это человек, который счастлив. Да. Вот, счастливый. Просто у нас понятие счастье, оно связано с каким-то внешним фактором. На самом деле счастье — это просто удовлетворенность. И наше счастье напрямую связано с реализацией желаний. Вот, поэтому у нас это счастье очень мимолетное, потому что реализация желания, она, ну, приводит к какому-то результату. Мы получаем удовольствие, но потом это, ну, очень быстро изменяется. Все, в этой реальности все меняется. Это поэтому... из-за страха выживания, я думаю, происходит вот это вот потребительское отношение. Это из-за незнания счастья внутри. Поэтому мы пытаемся компенсировать внешним фактором. Если человек узнает счастье внутри, то внешний фактор, он является зеркалом. То есть смотрите, если вы возьмете свечку, она горит, и поставите возле зеркала, то будет две свечи. Понимаете? Вот поэтому если вы внутри осознали это внутреннее счастье, свободы, независимо от внешних факторов, за счет того, что очистили просто мозги от мусора, здесь не надо что-то новое вносить, не надо этот свет вносить, нужно просто убрать, почистить плафон, и так свечка и так горит.
Вот плафон почистите, и будет свеча гореть все ярче и ярче. И вот когда эта свеча внутри загорается, то тогда внешние факторы, они доставляют еще больше удовольствия. Поэтому, когда счастлив человек, он автоматически начинает зеркалить вокруг себя все больше и больше счастья. А оно как цепная реакция, как радиация, распространяется и заразно. И поэтому, если вы хотите сделать свою счастливой семью, достаточно, если вы будете счастливы сами. Если счастлив ребенок, мама счастлива. Если счастлив муж, жена счастлива. Если счастливы дети, родители счастливы. Вы понимаете, оно так цепная реакция. Да, да. А счастье — это свобода. Свобода от внутреннего давления. Да, рамок, границ каких-то. Потому что сейчас вот люди все вокруг вот свобода, за свободу, какие-то революции. На самом деле это внутреннее, эволюционное должно произойти. Люди, кстати, не знают, что такое свобода по-настоящему. Да, по-настоящему. Да. Потому что если бы они знали, что такое свобода, не все к свободе готовы. Вот это удивительный факт. Мы хотим свободу, но не знаем. И поэтому, когда человек получает свободу, это он говорит, ты свободен. Он говорит, не-не-не-не. Это как, знаете, рабу, если вот там, когда в США произошло это освобождение рабов, очень многие рабы вернулись к хозяевам, потому что они не знали, по что инерции, делать со своей свободой. Потому что вот эта свобода не та. Поэтому то же самое, это как энергии. Столько человек может получить, сколько может переварить его нервная система. Да. Как пищу, столько может переварить, сколько он может переварить. И денег то же самое. Потому что все хотят стать миллионерами, но к миллиону никто не готов. Если этот дворник найдет этот ящик с миллионом, этот дипломат, он же убьет сам себя и всех вокруг. Потому что энергия, если попадет в неготовую систему, система разрушится. И в этой реальности закон баланса. Мы получаем ровно столько денег, мы имеем именно такие отношения, именно такие энергии физические, сколько может система пережить безболезненно для себя и в балансе. Потому что если много энергии, она возбуждается. И это проблема большая. И все хотят каких-то чудесных отношений. Ну, например, в сказке «Золушка». Помните, там очень интересный есть такой момент, когда всему городу принц дал равные права, равные возможности. Вот только вот туфельку померь, и все, ты принцесса. Но только одна девушка была готова к принцу. Понимаете, что чтобы иметь те самые идеальные отношения, нужно как минимум этим идеальным отношениям соответствовать. Поэтому невозможно идеальные условия, если человека, у которого нет культуры, например, поведения, и если его привнести в какой-то во дворец, сказать, вот живи здесь, он в этом дворце все равно... Есть очень интересный случай, я вам расскажу. Я не помню этого автора, этот случай очень потряс. Это реальный, это во времена железного занавеса в Советском Союзе какой-то из актеров поехал, его пригласили в Европу. Пригласили в Европу, и когда он первый раз на Западе, первый раз он из вот этого советского менталитета, там все очень ограничено, все очень жестко, все под контролем, и вот там КГБ его проверяло, его таки выпустили за этот железный занавес, и когда ему дали, там, поселяется в номер, ему дали ключи, и он зашел в этом в номер, и жил в этом номере, и потом, когда выселялся, он спрашивает у этого работника отеля, а почему в номере нет окон? Это когда он уже выезжал. А знаете, что произошло? Он зашел в отель и жил в предбаннике. Вы понимаете, что он не знал, что дальше дверь можно открыть, и там номер премьер-паласа. А он не понимал, что это возможно. И он жил в предбаннике, в диванчик, вот этот туалет, который там у входа, понимаете? И вот это он в этом жил, он думал, что это норма. То есть если человека энергии, ресурсов ровно настолько, насколько система готова переварить, большее он не усвоит, и это опасно. Поэтому создание идеального общества, прежде всего, основано не на формировании условий для идеального проживания, а прежде всего изменение самого человека, себя. Чтобы он расширился и тогда был готов к энергиям, как в случае с дворником. Если ему дать миллион, он же сам себя убьет. Понимаете? Вот здесь нельзя давать те свободы людям, если они к ним не готовы. Ну, а как, насколько важно показывать положительный пример? Но для этого нужно, во-первых, информация очень важна, то есть это очень важна коммуникация, очень важно, чтобы человек имел знание о возможностях.
Поэтому во все времена понятие образования было, ну, как бы базовым, потому что именно образование определяло его, собственно, восприятие. Поэтому во все времена, неважно, считалось университеты, там, ну, даже просто университеты такие, светские университеты, я уже не говорю про духовные какие-то там высшие образования, они как раз являлись основой для эволюции сознания. Поэтому, прежде всего, чтобы создать идеальное, ну, там, общество более совершенного плана, нужно, прежде всего, обращать внимание на правильное образование. Образование людей, не только детей вот маленьких. Можно как раз спросить у вас, каким вы видите образование в созидательном обществе? Вот какое оно должно быть в идеале? У меня дети учатся, оба ребенка учатся, они учились в обычной школе. А сейчас, слава богу, мы живем в таком обществе и в такое время, где возникает возможности. Да? Мои дети учатся в альтернативных школах. Вот. И это большая разница, потому что я вижу, как ребенок мой там, на выходные говорит, блин, почему выходные, я хочу в школу. То есть это его зажигает. Мой младший учится в Deck Life School. Это такая есть школа. Она очень маленькая, то есть она такая, ну, можно сказать, как бы элитная такая, знаете, там в классе у них там 5 человек. Элитная. Камерная такая. Она маленькая, и у них тьюторы, это психологи, это очень, ну, такой комплексный подход. Так вот, самое главное, для чего нужно образование, ну, особенно детям, это прежде всего для работы и для совершенствования мозга. Это не дать прикладные знания, потому что, вот я думаю, что вы учились в школах. Те знания, которые нам давали в школе, в университете, мы максимум 10% только используем. Потому что школа нужна для того, чтобы, прежде всего, развивать мозг. Угу. Вот для чего нужно образование. Это, прежде всего, формирование нейронных сетей. Вот для чего мы в школе учимся. Вот. А еще это, прежде всего, коммуникации, вопрос коммуникации. Вот мы в школе, например, у нас на собраниях не просят на шторки, а разбирает, например, вопросы, например, медиаторства, как разруливать конфликт между детками. Вот это развивает не только детей, но еще развивает родителей прежде всего. То есть образовательная система, она работать должна целостно. Угу. Не только на прикладные науки, потому что ребенку на самом деле, бывают исключения, конечно, но, как правило, ребенок, ему нужно дать общее образование. Общее. И потом уже, когда проявляются его какие-то навыки, какие-то там пристрастия, какие-то вот внутренние какие-то какие-то особенности, да, какие-то специализации тогда уже возникают, то тогда на это нужно обращать внимание. Но прежде всего ребенку нужно развивать мозг. Это нужно именно... ли сейчас этим и занимаются, в принципе, в школах развивают мозг. А нужно ли прививать вот эти ценности, ценностные ориентиры? Обязательно, всегда... обязательно. Это прежде всего возможность общаться, это возможность взаимодействовать, разруливать конфликты. И все это основано на законах баланса. Конечно, здесь очень важно, чтобы во многом образовательной системе имеет роль учителя. Насколько он может вовлечь, насколько он любит. Видите, любовь... Самое главное. Да, самое главное. Вот. И поэтому даже в советских школах были преподаватели, которые любили и которые вот благодаря своему энтузиазму вытаскивали. Да, вот. И очень много таких случаев. Но, как правило, система образования, ну, она какая сейчас есть, она будет изменяться. Потому что сейчас время такое, сейчас невозможно не изменяться. Потому что если ты не изменяешься, ты будешь как бы отброшен. Да, потому что сейчас повышение вибрации пошло. Да, пошло люди... повышение вибрации, абсолютно верно. Вот, поэтому здорово, что мы можем об этом говорить. И еще раз я хотел бы вот именно свое видение. Чтобы создать идеальное общество, нужно начинать с себя. Это прежде всего образовательная система. И это создать готовность человека принять больше энергии. Это работа мозга. Как это сделать? Ну, есть целая образовательная система. Ну, во-первых, очень рекомендую обучение медитации. Это must, я не знаю, must have, да, сейчас такое слово, да, это обязательное сейчас, если вы посмотрите сейчас выступления там коучей, выступления психологов ведущих, вы посмотрите там и послушаете там Энтони Робинса, например, почитайте книги там Рэя Далио или... Боже, там столько много этих ведущих умов.
да, к формирующих мнений. Люди иногда не знают, что такое медитация. И они все говорят о медитации. Да, да, ясно. Они все говорят о медитации. Ну, иногда вот для человека понятие медитации, ну, вот вообще непонятно. Что это? Просто научиться контролировать, останавливать свои мысли. Нет, вот здесь уже начинаются стереотипы. Смотрите, медитация — это не остановить мысли. Медитация — это не отсутствие мыслей. Медитация — это когда мысль есть, а я ее не думаю. Это освобождение, это свобода от мыслей. Ну да, то есть они у тебя пролетают, ты как бы их видишь, но это не отсутствие. Но это не ты. Но это не безмыслие. Это не безмыслие. Вот, то есть медитация — это целое искусство, это наука, которая позволяет не бороться с умом, а относиться к нему как с ребенком. То есть его нельзя подавить, но нельзя, чтобы он был манипулятором. Угу. Нужна субординация и техники, как его, ну, скажем так, дать ему возможность высказаться, но в то же время управлять этим процессом. Это называется медитацией. 112 методик. Но я скажу, что самая простая, не религиозная, не философская, это техника трансцендентальной медитации. Потому что она подразумевает собой, во-первых, не надо изменять стиль жизни, 20 минут утром и вечером, все, достаточно. И меняется мозг. Вот. И поэтому она является одной из самых популярных вот, на сегодняшний момент. Она там популярна среди творческой молодежи, в Голливуде, в Штатах очень много музыкантов. Первые музыканты, которые были медитирующими, это Битлз. Битлз были самые первые ребята, которые обучились этой технике медитации, и потом они всем своим друзьям порекомендовали, и с того момента там Rolling Stones, Beach Boys, Donovan, а сейчас это Scorpions, там Red Hot Chili Peppers, 30 секунд до Марса, Тина Тернер, Sting, там вот эти все ребята, все медитирующие. А если посмотреть там науку, или посмотреть писателей, там, Коэльо медитирует, если посмотреть, там, Опра Уинфри медитирует, весь Голливуд медитирует, там, начинает Дэвид Линч, Клинт Иствуд, все-все медитирующие. И это настолько простая техника. Почему она интересна? Тем, что она раскрывает, ну, во-первых, раскрывает креативность, да, творческий потенциал. Во-вторых, она очень сильно помогает расслабиться в нервной системе, отдыхать. И есть очень много, 600 исследований клинических этой техники медитации. 600 исследований в журнале Science, Scientific America. То есть это серьезные научные исследования, там пятилетние группы были сформированы, исследующие эту технику, которая как благотворно влияет на физиологию, работу мозга. Такой самый интересный, вот самый такой популярный, я очень часто это исследование рассказываю, 5 лет практики замедляет старение на клеточном уровне до 7 лет. Это связано с работой мозга. За счет того, что вы глубочаешь, имеете глубокий отдых физиологический, и мозг ваш активный, он переживает альфа-тета-диапазон. И в этот момент вы спите и одновременно не спите. Это бодрствующий покой называется. И для этого, чтобы вот это состояние пережить, не надо ни позы, не надо ровной спины, не надо молитвы, не надо менять религию, не надо палочек, не надо бусинок, ничего не надо. Нужно просто уметь это технически правильно исполнять. И все. И тогда после медитации активность будет намного у вас эффективнее. Потому что вы развиваете в себе способность, мысль до анализа чувствовать. А это называется интуитивное восприятие. Угу. На подходе мысли. Да. Мы называем это «подумай, прежде чем подумать». Это искусство. Подумать, прежде чем подумать. Это интуитивное мышление. И это развивается, это системность. То есть это не какая-то философия, концепция. Там, я сижу, там, думаю о том, что я там Бог, или я люблю. О любви не надо думать, любовь надо переживать. Это чувство, это не анализ. Вот немного о медитации. Да. Спасибо, Ян. Спасибо за очень глубокий разговор. Действительно, очень исчерпывающе и очень созидательно. Поэтому мы благодарим Спасибо, но вас. Тема такая у нас — созидательное общество. Но созидательное общество, оно состоит из созидательных людей. Это как, знаете, зеленый лес, он состоит из зеленого дерева. Вот. Или как в Японии говорят, когда цветет сакура, цветет весь сад. Понимаете? То есть все начинается с индивидуальности. Вот. Поэтому мир созидательного общества основан только на созидательном индивидууме. А это уже личная ответственность каждого из нас. Но для этого, конечно же, нужна образовательная система, для этого нужна информация, понимание, что есть такие возможности. И когда человек с помощью средств массовой информации, там, телевидения, об этом слышит в интернете, сейчас там, в интернет он прощает, потому что там нету какого-то ценза, да? Нету там какой-то ограничений. Вот. И когда человек это слышит, читает и
видит в окружении своем, он автоматически начинает понимать, что это нормально, оказывается, что это не какое-то сектантство какое-то, это не религия какая-то, что не надо там изолироваться, убежать из общества, там медитация это только для монахов. Нет, медитация это не имеет значения, какой у вас стиль жизни. Вы можете быть в медитации на базаре, у вас там двое, трое, пятеро детей, вы в автомобиле в пробке, вы там в бизнесе решаете, но вы в медитативном состоянии. Вот мы с этого начали, потому что основная ценность жизни заключается в балансе между тишиной и активностью. Если вы можете в активности сохранять внутреннюю тишину, и это у вас вот так вот происходит спонтанно, а потому что... Почему спонтанно? Потому что тренироваться нужно очень долго для этого. Это накладывается опыт. И этому можно научиться, самое сложное — научиться. И потом, если вы делаете это системно, вдруг начинаете понимать, что в тишине есть вибрации. А в активности есть тишина. И есть такое целое интересное определение в Бхагавад-гите, это очень древний эпос индийский, есть очень интересный такой стих, как Кришна дает определение, кто такой мудрый человек. Так вот, определение мудрости очень простое. Тот, кто в действии видит бездействие, а в бездействии — действие. То есть если вы в тишине видите, осознаете вибрации, действия на тончайшем уровне, вы очень внимательны. А если вы в активности, в буре, в событии сохраняете внутреннюю тишину, это все об одном и том же. Потому что природа тишины — это пространство. И это пространство и есть источник любви. Понимаете, когда вы любите, вы автоматически находитесь в центре. А в центре циклона всегда тишина. А вокруг — вихри. Понимаете? Этот баланс между точкой опоры и движением называется спираль. И вся жизнь так устроена по спирали. Вот найдите этот центр, спираль образуется. И этот центр внутри. Это очень интересно. Ян, скажите, а что бы вы могли пожелать зрителям АЛЛАТРА ТВ по всему миру? Чтобы вдохновить их. Исследовать. Себя исследовать. Не бояться исследовать себя. Наблюдать. И постепенно свое знание выражать в то, что мы называем любовь. То есть мы учимся всю жизнь любви, мы учимся любить и переживая любовь, она нас тоже учит для того, чтобы знать. То есть я желаю всем зрителям и вообще всем людям будущего совершенного общества баланс, равновесие между знанием и любовью. По сути своей, это одно и то же. Но рано или поздно знание приведет к любви, к высшему состоянию любви. А любовь становится знанием. Это два полушария, и если говорить на уровне работы мозга, это баланс двух полушарий, это совершенная работа мозга. Для этого нужно только одно — чистить, очищать, работать над собой. Это труд, это путь, но однажды встав на него, путь реализуется. Вот я всем желаю обрести свой путь и познать. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое всем, что были с нами. Если вы хотите узнать побольше о созидательном обществе, мы приглашаем вас зайти на наш сайт allatraunites.com. Выберите нужный язык и нажмите кнопочку «Присоединиться». Также мы хотим напомнить нашим зрителям о том, чтобы мы были бы очень рады, если бы вы делились своим мнением, как вы представляете свое созидательное общество, и выкладывали это на YouTube-каналах, в соцсетях с хэштегом «АЛЛАТРА», «АЛЛАТРА Юнайтс» и «Созидательное общество». А также, дорогие друзья, приглашаем вас на международную масштабную конференцию 20 декабря под названием «Созидательное общество. Вместе мы можем». Давайте все вместе подключимся к такому международному онлайн-звонку и выйдем все миром, выйдем на связь и пообщаемся на темы, которые действительно нас волнуют. Спасибо большое. Каждый день мы делимся большим количеством информации. И эта информация формирует нашу реальность. Какую реальность мы сформировали? Разве это тот мир, в котором мы хотим жить? Нам нужны изменения. Изменения начинаются с нас,
с информацией, которой мы делимся. Потребительское общество ведет нас к смерти. Нам нужен новый вектор жизни. Созидательное общество. Для спасения жизни каждого из нас. Это в наших силах создать новый мир. Построить созидательное общество. Где жизнь человека – главная ценность. Развитие человечества – главная цель. Безопасность человека – главный приоритет. Можно ли построить созидательное общество уже сейчас? Да, все, что нужно сделать – объединиться в одной общей цели. Созидательное общество. Люди уже действуют. Нужно оповестить людей по всей планете о созидательном обществе, чтобы реализовать эту цель. Ты тот, кто может это сделать. Узнай, как на международной онлайн-конференции «Созидательное общество. Вместе мы можем». 20 декабря, 15:00 по Гринвичу. В прямом эфире на АЛЛАТРА ТВ и АЛЛАТРА.UNITES.COM. Ты тот, кто может изменить будущее.